Simple бывает в present для типичного действия или эмоционального рассказа или одного акцента на действие. Past для типичного, для истории и для какого-то факта в прошлом. И future для обещания или прогноза. Вот это все simple. Берем один глагол, к примеру, глагол, ну давайте walk возьмем. Гулять. Я гуляю каждый день, будет I walk every day. Я гулял вчера, это правильный глагол, I walked. Когда я был маленький, я гулял во дворе, тоже будет I walked. Я погулял, приготовил обед и лег спать. I walked, cooked and went to bed. Так, в будущем я погуляю с собакой, I will walk the dog. Я выгуляю собаку, я обещаю это сделать. Все. Вот это был symbol. Вот это был весь symbol. Так, теперь закрываю эту майндкарту, вы закрываете свою, можно без примеров все это писать, только формулы. Рисуем symbol, present, past, future и две от present, три от past и две от future. Поехали.